Доктор Любовь расстался с невестой. Этого еще не хватало. Как будто мне этого феррата мало. Кто слил это в прессу? Кто это сделал? Что такое? Что слил? Что мы с нас расстались. По всему интернету трубят. Об отношениях нас с Ферратом что-то есть? Нет, к счастью. А в чем дело? Что не так? Ты чего? Успокойся, брат. Доктору Любовь, конец. На меня подали жалобу за публикацию фото Феррата без разрешения. Передачу отменили. И написали об этом по имейлу? Неблагодарные. Они годами за мой счет жили. Да чтоб вам обнищать всем, ублюдки. Скоты. Слушай, брат, такую популярную передачу не могут взять и отменить. Ты сходишь, поговоришь, разберешься. Спокойно. Не о чем тут разговаривать. И это фото лишь надуманный предлог. Они выбросили меня из-за разрыва с нас. Явно! Как там дела? Лучше не спрашивай. Все в напряжении. Я даже спускаться к Феррату боюсь. Скажу, что он вспыхнет. Он ушел рано утром, некому было его остановить. Пришел посмотреть, как тут дела. Смотри сколько угодно, а толку? Один из них взорвется, посмотрим, кто именно. Надеюсь, не Феррат. Он в гневе страшен. Шебнем, поверь. Надеюсь, до этого не дойдет. И что? Мы постоянно будем как в жерле вулкана. Как же я устала от этого. Сколько ж можно? Да. Да, Шебнем, правда твоя. Но ты не переживай, ладно? Дай мне знать, если помощь понадобится. Я всегда рядом. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Может, мне остаться? Нет, пока не стоит. Но знай, я позову тебя тащить трупы, если они в итоге убьют друг друга. Хорошо. Тогда я пойду. Давай, пока. Гость вернул блюдо. Ему не понравилось. Будь внимательнее, я такое не люблю. Неужели? Так что, уважаемый шеф, не все так хорошо, как вы нам обещали. А знаешь, гость-то прав. Соус и правда кисловат. Просто я вчера не мог заснуть, поэтому немного не выспался. А что так? Воспоминания хранил. Надеюсь, глубоко. Куда там, бетоном залил. Вот и прекрасно. Неважно. Пойду лично, перед гостем извинюсь. И деньги за еду не возьму. Скажу за счет заведения. За счет госпожи Нас. Кто из гостей вернул блюдо? Та дама вон спиной к нам стоит. Спасибо. Здравствуйте. Простите, что беспокою, я шеф-повар этого ресторана. Рада встрече. Насколько я понял, вам не понравилось блюдо. Хотел бы лично принести свои извинения и предложить вам выбрать любое другое за счет ресторана. Нет, что вы, не надо. Меня, похоже, неправильно поняли. У соуса такой необычный вкус был. Я хотела уточнить, из чего он. Было вкусно. Вы молодец, спасибо. Тогда я рад, что вам понравилось. Но мы все равно доставили вам неудобства, так что знайте, блюдо за счет заведения ваше. Хорошо, спасибо вам большое. Вам спасибо.
Без брони нельзя. Понимаю, ты сердишься, что я тебя разоблачил. Но жаловаться на канал – это уже слишком. Что за чепуху ты несешь? Тупым прикидываешься. Не бойся, признайся. С чего бы мне тебя бояться? Дай подумать. Чем же я лучше тебя? Ну, например, ты дважды пытался жениться и был дважды брошен. Тяжело, наверное. Могу тебе помочь, если хочешь. И все? Все, что ты можешь? Да я бы тебя хоть весь день бил. Понимаю, ты напрашиваешься. Все сутки колотить буду. Еще хочешь? Получай. Господа, тише, господа. Я тебя достану. И ты получишь еще. Господа, хватит, хватит. Сейчас еще получишь. Смотри. Вы что делаете? Что делаете? Что вы творите? С ума сошли? А ну, хватит. Прекратите сейчас же. Вон. Вы что делаете? С ума сошли? Как ты можешь с ним работать? Он не умеет себя вести в обществе. Тайлан, что ты здесь делаешь? Пришел поговорить с Фератом. Поговорить? Ты пришел меня обвинить, а не поговорить. Ты не отвертишься, трус. Это я трус? Я тебе глотку порву. Прекратите! Не устраивайте в ресторане скандал. На улице можете драться сколько угодно, если вам так хочется. Тайлан, вон отсюда. А ты на кухню возвращайся. Фират, ты меня услышал? Я с ним еще не закончил. Я приказываю. Твои дни сочтены, Феррат. Я верю в тебя и твой талант, Ярай. Уверен, у тебя здесь все получится. Шеф, я 2 дня был за шефа, это был просто ад. Этот корабль без вас не поплывет. Я еще не готов. Иногда нужно встать за штурвал корабля, иначе дальше не пройти. Ребята, я уже и не помню, сколько раз я с вами прощался, поэтому на этот раз не буду. Вы знаете, насколько я вас люблю. Храни вас всех Всевышний. Удачи и успехов вам. Удачи, шеф. Пока, шеф. Пока, шеф. Ну что, делаем ставки? Ставлю, что шеф вернется. А теперь все платим. После фиаско со свадьбой? Ни за что. Согласна, Смирал. Секунду. Просто невозможно. Так, прекращайте болтовню, у нас работы полно. Не отвлекайтесь. Прошу прощения за произошедшее. Да ладно, испугались немного, и все, подумаешь. Надеюсь, проблема решена. Так иногда бывает. Простите нас, пожалуйста. Приносим искренние извинения. Я на 2 минуты вышла, а тут полный триллер начался. Именно так, но не волнуйся, теперь все будет гораздо проще. Наша главная проблема ушла, и больше в нашу жизнь не вернется. А вот и нет. Если эта главная проблема уходит, ухожу и я. Что? Шебнем, что ты говоришь? Не мели чепуху. Я серьезно. Все эти приливы, отливы, погони, отставки, склоки, перемирие. Я устала. Может, ты забыла? Но это и мой бизнес, и мое дело тоже. Ты тут не одна нас. Конечно, но... Больше никаких «но». Прости, но я не буду сидеть и смотреть, как ты в приступе гнева все тут разрушаешь. Так что либо Фират возвращается, либо ухожу я. Выбирай. Поняла? Шебнем!